программе «Танах в глазах детей». Шалом, ברוך בתוכנית «Танах בין הילדים». Мы хотим рассказать вам про свиток и сфир. אנחנו רוצות לספר לכם על מגילת אסתר. Но вначале мы вас хотим спросить. אבל קודם אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. Какой сегодня праздник? איזה חג היום? Тот, кто говорит в Пурим, тот прав. מי שחושב פורים, צודק. Итак, вначале Ахашварош и его люди сидели на перу. בהתחלה. אז ככה, Ахашварош ואנשיו ישבו במשתה. И вдруг предложил Аман позвать Вашти и показать ее красоту. ופתאום הציע Аман לקרוא לוושתי ולהראות את יפייה. Вашти, иди сюда! Зовет Ахашварош. Вашти, бай лепо! Курай Ахашварош. Как вы знаете или слышали, Вашти отказалась прийти на пир. כפי שאתם שמעתם או ידעתם, Вашти סירבה למלך לבוא למשתה. Ахашварош выгнал Вашти из царства. Ахашварош гирש את Вашти מהמלכה. После этого Ахашварош хотел правую руку, тот, кто будет ему помогать, будет храбрым, сильным и ответственным. לאחר מכן, Ахашварош רוצה יד תומכת. מישהו שיעזור לו, שיהיה חזק, אמיץ ואחראי. Аман, когда это услышал, прыгнул с его места и сказал: «Я буду правой рукой, я сильный, храбрый и ответственный». Аман, что же он сказал? Кавац мне это сказал. «Ани я яд яминха, ани хазак, амит вахрай». Спокойно. Сейчас, у меня в горле пересохло, я так много говорю. Давай, давай. Я тоже. Яна, что я не говорю? Секунду. Итак, Ахашварош согласился и подписал. Ахашварош. Все, спасибо. Вызвать амбуланс? Так, успокойся. Выпей водички. Не хочу я. Тебе в туалет надо? Ахашварош эскин выхода. Вам амбуланс вызвали? Все хорошо? Шидур хозел. Аман ציווה על כולם להשתחוות לו. כולם השתחוו, ופתאום רואה אמן את מרדכי, והוא אינו משתחווה לו. Аман приказал всем поклоняться ему. И вдруг он видит Мордехая, который ему не поклоняется. Аман шоэл, мадуа ты ло миштахаве ли? Аман спрашивает, почему ты мне не поклоняешься? Мордехай не, ани митпаэл, он миштахаве рак ла Адонай. Мордехай отвечает, я поклоняюсь и молюсь только Богу. Шма Исраэль Адонай, Элоэну Адонай Хад. Слушай, Израиль, Господь Бог, един есть. Аман не, Адонай, Адонай, кило шэхпат ли, мия тиштахаве. Мордехай алах. Господь, Господь, какая мне разница? Быстро поклоняйся. Аман бай ла мелех, миштахаве ве шоэл. Аим ата пануй каэт кедэ лидабер? Аман приходит к царю и спрашивает. Ты сейчас свободен? Ты можешь говорить? Ахашварош ане. Ло айом, ани мод ацур. Ахашварош отвечает. Не могу, я очень грустный. Аман, аман ане. Аман шоэл, лама ата ацур? Аман спрашивает, почему ты грустный? אחשוורוש עונה, אני מאוד עצוב היום בגלל שוושתי איננה ואין מלכה ומשעמם מאוד. משעמם לו? אחשוורוש отвечает, я очень грустный, потому что сегодня Вашти тут нету и нет царицы, и мне скучно. אמן, אמן, אמן אומר, יש לי עצה בשבילך. לאסוף את כל הנערות היפות בעיר ולהביאן לממלכה ואתה תבחר את זאת שמוצאת חן בעיניך. Аман говорит, у меня есть для тебя предложение. Мы должны собрать всех девиц в городе и привести к тебе сюда, в царство твое, и ты выберешь себе ту, которая тебе понравится. Ахашварош עונה, רעיון מצוין. Ахашварош отвечает, отличная идея. הנעלות באו אל אחשוורוש, הכי אהב את אסתר. הוא לקח אותה למלכה, המן הצי שיהרגו את כל היהודים.
מרדכי שמע זאת וקרא מיד לאסתר. הוא אמר לה, Девицы пришли к царю Ахашворошу, и Ахашворошу больше понравилась Эстер. И он взял ее царицу. Аман сказал Ахашворошу, что есть один народ, который не поклоняется тебе, и у них есть другой бог. Иудеи. Аман предложил убить их всех. Мордехай, когда это услышал, быстро позвал Эсфирь и все ей рассказал. Он говорит ей. Мордехай амал, а цеха лалихет лехаш верош веродот, но ше ат яудия, веше яцил эт ама. Мордехай говорит. Ты должна пойти к царю и признать ему, что ты иудейка, и чтобы спас твой народ. Ахашверош קרא לאמן ושאל אותו, מה כדאי לי לעשות למי שיציל אותי? יציל אותי. Ахашверош зовет Аман и спрашивает, что мне лучше сделать тому, кто меня спас. Аман אומר, תרכיב אותו על סוס, בגדי מלכות ועטרת זהב. Аман отвечает, посади его на белом коне и провези ему по всему городу в царской одежде и в короне. Ахашверош амар леаман, шеилех веясет ацато лемордехай. Мордехай яца. מלפני המלך ולבוש מלכות ועטרת זהב. אחשוורוש, אסתר באה לאחשוורוש בפחד. אסתר פרישלה אחשוורושו פסטרחיה. היא אומרת לו. שנה אם הוא גברית. תסיר את הגזרה על היהודים. Отмени указ твой не убивать и не убивай иудеев. Лама Ахашверош шоэл. Ахашверош спрашивает, почему? Эстер говорит ло, בגלל שאני יהודייה. Эстер отвечает, потому что я иудейка. Аман, ששומע קול, מהר רץ לאסתר ומתכופף לרגליה. Аман, когда это услышал, быстро подбежал к Эстер, к ее ногам и просит ее, помилуй меня. Ахашверош мамаш коэс על Аман. Ахашверош очень злится на Амана. ואז, על העת שמרדכי, שאמן עשה למרדכי, ורצה לתלות אותו שם. И на том дереве, на котором хотел, и на том дереве, которых Аман хотел повесить Мордехая, Ахашверош приказал повесить Амана. Ахашверош амар ле Мордехай литлот эт Аман. Ахашверош сказал своим слугам повесить Амана. ואחרי זה, ליהודים הייתה אורה ושמחה. ליהודים הייתה